друзья, это канал Мини-Трактор. Снимаем для вас видео, не как все. Да, с магазинов, где все наполированные брызги. Да, собственно говоря, самое сердце сборки китайской мини-сельхозтехники, мототракторы. Там вы вот, привезли какие-то мини-тракторы. Сейчас все заглянем, глянем, какие цены на них идут изначально от производителя, без всяких накруток и тому подобное. Как они приходят, ничем не комплектуются. Ну и, собственно говоря, у нас целая фура чего-то там. Вот. А вот у нас и трехцилиндровые, как вы все долго просили, с полноприводной. Кстати, это Форта. Был уже у меня один раз на обзоре такой мини-трактор, но это вот он в первозданном виде, собственно, как его запаковали в Китае, XT244, и пришли люксы, то есть с 8-ступенчатой коробкой. Почему брать разобранный невыгодно, хотя многие закидывают такую утку, что выгодно, в чем суть? Суть в том, что трактор, в принципе, из Китая это приходит, чтобы, по сути, собранный. То есть у нас идет двигатель, стоит на полураме, коробка, все это как бы укомплектовано, задний мост установлен, то есть это все идет цельным куском, простите, абсолютно цельным. Единственное, что сюда ставится, это колеса передние, колеса задние, естественно, плюс-минус электрика, и одевается задние крылья, передние крылья, кузовня, это все вот таким образом запаковано. Вот. Ну и, естественно, оно все всегда в априори вот такой откроночки, но бывают моменты, когда да, что-то где-то прорывает, и еще с контейнера, с корабля, оно идет где-то, может быть, чутка царапано. Но, в принципе, оно вот такое вот металлическое идет, все об решетке, по два, по одному, там уже без разницы, как оно приходит, но база уже есть. И поэтому сборка сама по себе стоит очень мало. То есть вы можете сэкономить, купив вот в таком виде данный аппарат, примерно 50-70 долларов, в зависимости у кого стоит такая сборка. И автоматически же у вас слетает гарантия, потому как он собран, на это будет влиять на его работу. Поэтому если вы собираете сами, покупаете, экономите 70 баксов, тратите кучу до хрена просто времени, и по итогу у вас нет заводской гарантии, она все какие-то моменты да решает. Поэтому вот такие фортешки люксы. Минимальная цена на минимальный, самый бюджетный, полноприводный, трехцилиндровый мини-трактор, имеется в виду уже без ремней, но он идет в самом бюджетном сегменте, так как это фортежка. Но по своей сути это Синтай, тот же Синтай 244, потому как мы видим даже не Синтай, даже ДВшка. По сути, вот такой вот мост, точно такой же мост в принципе в ДВшке, вот как он выглядит в разобранном виде, такой же там кемовский двигун стоит, вот, и вот эта вот кулиса боковая, выносная, тоже ДВшная, то есть это уже 8-ступенчатая коробка с отдельно повышенным, пониженным, тоже очень важно для 24-сильного мотора, чтобы была именно 8-ступенчатая коробка, тут она есть. И это один из самых дешевых мини-тракторов на сегодняшний день, на секундочку, с трехцилиндровым, с полноприводным вариантом, и это новая, в принципе, техника, 19-й год, он идет нормально, в современном таком дизайне, выглядит абсолютно адекватно. И по функционалу 24 силы и соответственно 8-ступенчатая коробка, две скорости ВОМа, нормальный задний мост, не как бывает 250, а он уже такой покрепче, как вот в тех же ДВ, они ходят, то есть ДВ-244, в принципе, карабасы в них живут и ходят. Вот, продолжается у нас. Есть вариант еще более бюджетный, это Форте просто XT244. Отличается он, в принципе, особо ничем, помимо того, что тут идет центральное расположение коробки, помимо того, что он идет дешевле, и это уже идет не люксовая модель, она, я так понимаю, на меньших колесах идет. Да, совершенно верно, потому что вот такие колеса на люксовый 24, и 20-ка на 9,5 резине. Тоже цельные приходят собранные, то есть сборка сама по себе недорогая, плюс ребята, кто собирает технику, это делает каждый день, не знает нюансы, тонкости, поэтому знают нюансы, все тонкости, какие, может быть, завода брака, это все проверяется здесь на месте, поэтому сам на самой сборке вы не сэкономите, если возьмете такой разобранный, вот. А самые такие простые варианты с полноприводных трехцилиндровых, вот Forte XT244 и Forte XT244 люксовый. Точно такой же, отличается колесами, отличается чуть коробкой, по ним уже были обзоры, я еще обязательно сделаю более детальное видео, а вот такими они, собственно говоря, и приходят, и у
нас уже здесь все и проверяется, и смазывается, и полностью все заливается всеми жидкостями, готовится. Но сама сборка, как видите, много времени не занимает, потому как, касательно тех цилиндровых, все уже приходит коробка, мотор в сбор, как правило, идут. Ну, а остальное деталье – это колеса, это у нас крылья, вот, собственно говоря, по сути, все, что ставится на них после, то есть колеса, крылья, сиденья, естественно, там подключается электрика, все, и полетели. Трактора уже готовы к работе. Вот, так что, друзья, это был канал Мини-Трактор. Кому интересно посмотреть на технику с другой стороны, с реальной, так скажем, какая она есть, какая она существует. Уже вот в таком состоянии китайцы ее паковали, когда высылали нам. Вот, обращайтесь, пишите комментарии, ну и кому интересно, где купить, ссылочки на наш магазин, как обычно, будут, друзья, внизу. Всем счастливо, удачи, пока!